Всем привет, это Live Gaming Cruz. Сейчас мы с тобой посмотрим Форма 8. В принципе, только так. Давай. Не снижай темпов. Вниз. Экстренно. Так, раз, два, три, есть! Прям ровно успел, когда надо. Что это такое? Какую-то медаль. Эй, а это форма 8. А мы, походу, какие-то завоеватели с тобой. И это зонд, скорее всего, который должен все расследовать. Прикольное такое управление. Так. Мне интересно, а если я в стенку врежусь? Понятно, в стенку мне ничего не даст. Так, СТП. Что-то непонятное, ладно. Это, скорее всего, типа карта была. Попробуем пониже опуститься. ЛБ. Так. И что дальше? Ну, нажал я ЛБ. А вот это что такое? Я что-то могу с этим делать, нет? Непонятно. Ладно, пошли ниже. Опять какой-то куб. Ничего пока мне не понятно. Так, ну это явно что-то плохое. Вот точности могу сказать, это плохое. Сука. Но управление мне уже нравится. Такое мягенькое, на расслабончике. Мягкие текстурки, глаз не режет. Так, что вот это такое, расскажи мне. Это мой друг и напарник, смотри, но он почему-то сдох. А вот это вот, я кубики не могу понять, что такое кубики. Ну, допустим, есть у меня вот это вот РБ. А, он... Или он спит. А нет, вот это его душа. Он умер. Вот она. Я нашел душу. Так, нажму-ка я на А. Подожди. А, я смог разбивать. Смотри, я нашел его душу. И теперь я могу разбивать эти кубики. Я видел пару кубиков наверху. Блядь, чё ж меня так колбасит-то? Пролетаем. Так, я не знаю, что эти кубики дают, возможно, что-то хорошее. Давай. Что-то я насобирал. Так, а у меня пока только одна суперсила появилась, вот эта вот на букву А. Тук-тук-тук-тук-тук. Возможно, это тупо моей жизни. Так, ладно, пошли наверх. Я видел там что-то наверху прикольное.
Сможем ли мы решить эту загадку вот с помощью нашей буквы А? Фиг-то там, понятно. Ладно, полетели вниз тогда смотреть, что нам предстоит там сделать. Хорошо, летим. Опять этот кубик, ладно. Значит, они регенятся, значит, это действительно какие-то жизни. И нам, в принципе, их собирать нету смысла. Много. Только когда потратимся. Интересно, этот заряд у меня тратит жизни или что? Так, здесь мы видим. Один, второй. Хорошо. Интересно, как сделали, да? Типа не проедешь, если не поймешь. Так, а что это такое? Я нажал и открылась дверца в никуда. Я смотрю, потаенных загадок тут немного. Ладно, поехали дальше. Это типа мы пролетели первую часть с легкостью. Ну, наверное. Пока ничего секретного такого не встретили. Мы, видимо, на какой-то заброшенной участке шахты. Так, а допустим, я нажму вот эту вот. А там нужен ключ. Так. Так, прикольно их собирает. А вот и ключ. У меня один ключ появился. Ой, как все сужается. А там карточка заветная. Понятно. Я не знаю, зачем нам показали эту карточку. Я подумал, что туда я особо-то и не прилечу. Ладно, поехали вниз, поугараем еще этим маленьким дроидом. Так. Все, открылось. Хера себе тут. Подожди, а я могу вот такую взять? Нет, не могу. А повсюду какие-то завалы и развалины. А вон бегает красная. А красная, видать... Ё-моё! Сука. А чё они вылетели? Понятно, ладно, они здесь жили. А мы на другой планете. Ладно, возьмем там карточку. Наверное, никто не против, если мы возьмем карточку. А я видел, кстати... Ладно, это моя жизнь. Пускай наберу побольше себе. Карточка. Наверное, это хорошо. ID-карта. Мультипаспорт. Летающая каканя. С глазами. А я могу выше полететь? Нет, все, это потолок. Ладно, пойдем поугараем тогда над теми красненькими непонятными фигнями. Они полетят в нас. Они такое чувство примагничиваются. Но, в принципе, мне пофигу на них. Так, а там все, а там конец, а там пещера такая. И мне опять придется вниз спускаться, да, нет? А, нет, смотри, там какой-то вход есть. Тогда изучим все-таки внизу что там. Я вижу, можно поломать что-то, они купаются. А, даже ломать не надо. Бульк. И все. Ха-ха, прикольно. Прикольно работает фигня. Так, пацаны, кто на меня? По одному. Выпрыгивай. Еще разочек. Есть. А там что? Ничего. Так, а у меня есть выбор, полететь наверх или полететь вниз. Ладно, полетим вниз. А, еще ниже могу. Шипы? Это реально шипы? Выпрыгивай. Не хочешь? Ладно. Я тогда возьму вот это непонятно что. Один из трех цветков.
Возможно, это моя миссия – взять цветки. Я могу вниз полететь, а могу наверх слетать. Да? Я прав? Да. Так, а вниз я не хочу, я хочу слетать наверх, там, где была шахта. Если там что-то интересное, будет прикольно. Если нет, то и ладненько. Пролетел. Лошок. А цветок не зарегенился снова. Жалко, тут нет какого-нибудь ускорения. Было бы веселее летать на таком... шарике с глазами. Вон аж куда я могу улететь. Вообще нереально. В маску. А возможно, здесь все-таки больше интересности, чем кажется. Вот смотри, алмазик какой-то. Прикольно, я зарядился от него чем-то прикольным. О, я должен зажечь что ли все? Интересненько. А я попробую зажечь все вот эти фонарики. Какие-то, смотри, какие-то акулы прям. И что? А в чем прикол? Подожди. Ну, допустим, я зажгу все. И тогда мне откроется вот эта вот дверь. Все понятно. Возможно, конечно, откроется. О, ну тогда разгоняемся. В принципе, только так. Давай. Не снижай темпов. Вниз. Экстренно. Так, раз. Два. Три. Есть! Прям ровно успел, когда надо. Что это такое? Какую-то медаль. А ничего мне это не дало, если честно. Ну, шестеренка и шестеренка. Чё к чему? Ладно. Может, потом зачтется. Когда-нибудь. Здесь ничего не объясняется. Типа, думай, что хочешь. Там, решай загадки немножко логические. Знаешь, как плевок такой, как будто... Тьфу, и кто-то плюнул, и я полетел так. Своей жизнью уже живу. Вон там горюшки эти прыгают. Прям развлекается. У них, по-моему, единственное развлечение, это вот я прилетел за миллионы лет. Раз и все. И отхватил. Ладно, пошли вниз. Мы тут все уже обыскали. Глазастая какая-то хрень. Так. Сука. Раз. А я могу это убить вообще? А вся фишка, могу ли я вот это вот убить? Если нет, то она таки будет спамить вот этих вот херов летающих. Ладно, походу я не могу убить. Ладно, полетим тогда от них подальше. Они могут пройти, понятно. Но они смогли камень протащить. И они летят за мной, как самонаводящиеся ракеты. Как дела, мой друг? Икс. Ладно. Подожди. Бомбы! Я могу оставлять за собой бомбы. Оп! И нету.
говнеца. Блять, это-то херово. Ну ништяк. Бомба мощнее, чем вот этот тычок. Сколько ж там говнёшек-то? А в воде, походу, они не так себя комфортно чувствуют. Бульк. Бульк. А там-то чё, они все засели? Ха-ха. А я помню, что бомбой я могу разбивать вот этот вот поебень. Да-да-да. А летим дальше. Ё-моё, мама звонит. Сука. А я помню, что я могу вот этой хернёй кидаться. Оп! Чётко. Не понравилось. Блин, типа интуитивное все такое, да? Бац. А там что? Блять, опять этот ёбнутый цветок. А вниз полетим? Балдеть. Я не знаю просто, куда лететь. Хера себе, сейчас разорвет ее. О, нет пути. Ключ надо. Понятно. Пошли еще ниже. Водиться. А все-таки надо было туда, потому что я полечу сейчас обратно. Видимо, ключ где-то там. Вон он. А, это шестеренка еще одна. Кстати, у меня уже одна шестеренка есть. Возможно, какие-то трудности будут с доставанием этой. Непонятно. А может и не будет. О, ничего там у вас, завальчик-то. Геморрой у кого-то настоящий. Смотри, у меня будет вторая шестеренка. А, они тупо набираются в количестве. И все, ничего такого серьезного. А дырка туда была. А это плохо, наверное. Лава. По крайней мере, я так думаю, что это плохо. Не факт. Эй! Вот сейчас если сдохнут на лаве, они не дохнут. Может, так и должно быть. Но, походу, я вот сюда мог проникнуть только если через низ я бы пробил. Тут я слишком ровный. Ну и хер с тобой. Я бомбы буду оставлять. А мне нужен ключ. Так. Понятно. Если мы туда бомбой. Вообще похеру ему. А сюда если. Тоже насрать. Значит, только через низ. Террасе. Так, а здесь тоже не про это. Ладно, поехали наверх. Ну, что ты там? Сам же угодил свою. Так. Поехали. Заработал механизм. Сука. Страшновато было немножко. Лава, херово. Она еще стреляет. Так, если выше, то там ничего. А как?
Самому? Давай. Ладно, бомбой. Ладно, попробую потолкать постоянно. И раз. И два. Прокручивайся. И три. Смотри, какая. Механизм, так называем. Давай, проезжай. Проезжай. Ну все, ништяк. Полетели наверх. Чё за отростки? А мне вообще туда надо? А мне, может, вниз надо? Травишка. А, сюда я не проеду. Понятно, нужно наверх все-таки. Там нужно что-то включить будет. Ладно, поехали, включим. Жизни как раз соберем. Так, ну я уже видел там выключатель, кстати. Поехали. Так, а нам предлагают еще повыше чуть-чуть. Цветочек! Я нашел... А вон там как-то медалька. А как? Понятно. Понятно, что ничего не понятно. А там как-то шестеренку можно достать. Я не знаю, что значит шестеренка, но я думаю, это что-то очень нужное, важное. Прям вообще капитально. Куда эти ебанулись? А, они там были. Они просто спрятались. Ладно, полетели. Там еще были жизни, я видел. Ух, поехали. Такая музыка расслабляющая. Да ладно, ладно тебе. Поехали, сейчас проедем. Так, приоткрылась вот здесь дверца. Летающие кокуняки. Они не просто летают, они стреляются лавой. А лава, как я помню, для нас это не очень хорошо. Но! Бах! В шкуру. Не уничтожает, да? Это для тех, кто разогнался, лаву специально вниз оставили. Слила меня. Херотенько. Блять. Есть. Есть, двоих. Жизни просто мало, я их издалека решил поубивать. Хорошо, я этому уже научился. У меня просто две херни какие-то подсливали. Вот эти вот такие вот. Так, а вверху ключ. А, точно, мне же ключ нужен был. Я ж совсем забыл, что я здесь летал-то. Хорошо, хоть здесь сделали сразу выход наверх, чтобы обратно не пришлось по этой херне летать. Интересно, а какой здесь будет босс? Ну-ка, тебя зажмет, нет? Да. Ты проходишь сквозь текстуры? Обалдеть, что за подстава? Полетели.
Есть. Опа. А я не помню, куда лететь, если честно. Так, а я отсюда прилетел, наверное. Бах. О, ну и музыка такая. Ништяк. Поехали дальше. На расслабончике. Обалдеть, куда лава достает. До самого верха. Еще так температуру так прикольно сделали. Ха, там говно какое-то прячется. Суки. Суки. Вот же ж уроды. Четко стреляет просто. Ебать.